Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Авто Плюс». Сеть магазинов «Евразия Авто Плюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. Один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, в ДТП в городе Слободском. Там водитель Volkswagen Golf сбил пожилую женщину. Подробности в рубрике «Обзор аварии» материал подготовил Сергей Пичугин. Авария произошла 10 декабря, почти в 16 часов, на улице Красноармейской в Слободском. Водитель иномарки слишком поздно заметил пешехода. 26-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Golf, совершил наезд на 75-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Два человека получили травмы в ДТП в Белохолуницком районе. По предварительным данным полиции, 51-летний водитель 11-й залетел под прицеп грузовика «Вольво». В итоге пострадали рулевой легковушки и его пассажирка. Их не госпитализировали. Еще две машины столкнулись в Котельниче. По предварительным данным госавтоинспекции, 32-летний водитель «Хонды» пытался развернуться. Во время маневра в него врезался «Фольксваген Вента». Пассажирке немецкого автомобиля медики оказали помощь. В поселке Костина не поделили дорогу отечественные автомобили. После удара 14-я вылетела в кювет и перевернулась. У девятки оторвался капот, замяты двери и крыло. В этом происшествии никто не пострадал. Сергей Пичугин, место происшествия.